типичные два дома, один заселенный, другой уже расселенный. Вот так наш замечательный город потихонечку превращается в каменные джунгли. Из деревянных двигается, как говорится, в ногу со временем. А вообще вот эти замечательные мостовые деревянные дома всегда придавал вкус нашему городу. Немного ощущения того, что ты находишься где-то в деревне. Просто идешь. Ну, просто идешь куда-то, в магазин там, где ты можешь купить все, что угодно. Просто в деревне, там, где все есть. Но при этом ты встречаешь очень старые дома вокруг. Мостовые. Наш город ими славится, конечно. До сих пор их обновляют. Ну, тем самым экономят, наверное, все-таки деньги на ремонте. Ведь положить асфальт дороже, чем вот просто из досок сделать. Хотя, опять же, это у нас дешево. Взять какую-нибудь Африку, там стоимость леса, конечно же, намного гораздо дороже, чем у нас. Поэтому можем себе позволить сэкономить на этом. Вот, кстати, ремонт проводится подобных домов. Еще вполне жилой, не расселенный. То, что его подняли, он еще простоит очень долго. А, ну вот эта часть, что-то они до нее, наверное, не добрались еще. Накренилась. В общем, такая вот небольшая экскурсия в центре нашего города в Архангельске. Я думаю, что это все-таки исторический такой момент. Скоро все эти мостовые деревянные дома потихонечку будут уходить в прошлое. Ну и вы сможете это заглянуть, увидеть на моем канале, зайти и вспомнить. Как бабушки ведут внучек в школу по деревянным мостовым. Ну, в целом-то ролик не совсем об этом. Сегодня у нас опять поход в гараж. Вчера был достаточно такой насыщенный день. Вчера я не катался на мотоцикле. Сегодня вот погодка прям очень хорошая. Хочется немножко катнуть. Мотоцикл не продал, у парня денег нет, не хватает. Но видно, что и желания особо нет. Когда желание есть, деньги находятся очень быстро. Контраст небольшой такой, ощущаете, да? Буквально чуть-чуть прошел, и уже нормальная брусчатка. Везде асфальт, магазины. Так вот, по поводу цены мотоцикла. Есть, бывает так, что спешка появляется. Нужно быстрее продать. Но потом что-то меняется, появляются деньги, в принципе, и продавать вроде как бы не эксперт. Поэтому цену опять повышаешь. И народ удивляется, блин, а что так опять дорого? Надо было брать раньше, пока было недорого. Потому что момент проебал, мотоцикл потерял. Так что так, в общем, продаю дорого. Скорее всего, не продам. Цикл останется у меня. Зимой буду реставрировать. Ну и в следующем году посмотрим, что будем делать с ним дальше. Ну, если я его в идеал приведу, наверное, буду катать. Вот так. Замечательный парк у нас. Ханский первый морской порт. Я здесь. Реально очень клевая площадка для активного отдыха. То есть можно посидеть, отдохнуть. Бабушки вон с этими с палочками ходят. Парковка хорошая. Смотрите, сколько турников занимаются. С детьми приходят. Взрослые могут наблюдать за своими чадами. В общем, как-то так. Архангельск, город контрастов.